All right. Good morning. How are you? Доброе утро. Как вы чувствуете? Awesome. It's great to be here with you guys. Замечательно мне с вами здесь быть. Слава Богу. That's the full extent of my Russian language. Это все, что я могу сказать по-русски, обширным образом. Well, my name is Ryan, and again, it's such an honor and privilege to be with you guys. Еще раз хочу представиться. Меня зовут Райан. Это замечательно мне с вами быть сегодня здесь. I've known Pastor Peter now for what, over 20 years, I believe it was. Я уже знаком с вашим пастором Питером уже наверняка 20 лет. We met working at Safeway together in Salem, Oregon. И мы вместе работали в магазине Safeway в городе Сейлеме. And I remember when I was there, again, I was so excited about Jesus. I would talk to people about Jesus. И я помню, что когда мы вместе работали, я был настолько вдохновлен, разговаривая об Иисусе, общаясь на эту тему. And I think it was during a break time. I spoke to Peter and Ruslan, who was also working there. И я помню, это наверняка где-то во время нашего перерыва, когда я первый раз заговорил с Питером на эту тему. And they said, oh yeah, we're followers of Jesus. И я понял, что сказал, да, я тоже верующий следователь Христа. So I met some brothers that I had never known before. И я познакомился с некоторыми из моими братьями, которых я раньше не знал. And it's just awesome to see what God is doing in and through you guys. И это замечательно видеть то, что Бог делает через вас и с вами. And what an awesome leaders you guys have. И у вас очень замечательные, прекрасные лидеры. Can we give a big hand to them and just honor them? Давайте дадим им аплодирование, поздравим их. And I think he offered me $50 to say that. Я думаю, он мне, по-моему, предложил $50 это сказать. Похвалу. I want to introduce you to my family. Я хочу представить вас моей семье. There they are. There's my family. Вот она, моя семья. You'll notice that we all have the same haircut. Если вы заметите, у нас у всех одна прическа. And that's because my wife cuts our hair. Это потому, что моя супруга нас всех подстригает. So my wife is Christy. Мою жену зовут Кристи. We've been married now for 16 years. И мы уже были в браке 16 лет. We were married illegally at the age of 8 years old. Мы были легально-нелегально в замужестве с возраста 8 лет. So you can do the math at how old I am. So вы можете сами посчитать, сколько мне лет. And I have three boys, 11, 9, and 4. У нас трое мальчиков, 11, 9 и 4. And those are their actual names. И это их не имена. No, it's Nathan, Evan, and Elijah. No, Nathan, Evan, and Elijah. И Илья, Elijah. And they're awesome guys, man. И они замечательные парни. We've been living in Denver, Colorado, the last 7 years. Последние 7 лет мы проживаем в городе Денвер, Колорадо. Before that, we were working in Mexico for many years. И до этого мы работали или миссионерствовали в стране Мексика. And now we're actually headed to Spain to work in evangelism and church planting. И сейчас мы направляемся в Испанию, чтобы там тоже работать в направлении евангелизации. And just to share with you, like, why are we going to Spain? И просто коротко вам спросить, ну, по какой причине, зачем мы едем в Испанию? Our journey began about 3 years ago. И наше путешествие началось примерно 3 года назад. One of the things I did at our church in Denver is I was coordinating all the missions stuff that we would do as a church. Одно из моих заданий в нашей церкви в Денвере было то, что я координировал все миссионерские путешествия. And so I got to go to all over the world to different countries. И практически я поучаствовал во многие страны вокруг мира. It was my third trip to Turkey that God did something really profound in my life. И на моем третьем миссионерском путешествии в Турции Бог что-то сделал необыкновенное внутри меня. If you want, you can show the next picture. Если вы можете показать следующую фотографию. This was on our third trip to Turkey. Это мы на третьем путешествии в Турции. And we're actually about 90 miles from Syria, right there. И это примерно 90 миль от границы Сирии. And that's a good friend of ours. Her name is Anna. Это наш хороший друг, ее зовут Анна. We've known them for a lot of years. Много лет уже знакомы. And her husband gave his life for Jesus in Turkey. That's his grave right behind us. И трагически ее муж погиб за веру в Бога. Это его гроб стоит сзади или памятник. Right behind us is actually the Euphrates River. И сзади нас как раз протекает река Евфрат. And they call this area the zero zone. И это территория называется как нулевая или
мертвая территория. Because there's zero Christians, zero churches. Потому что там ноль христиан, ноль церквей. Turkey actually is about 75 million people. А в Турции примерно проживает 75 миллионов. And only about 5,000 Christians. И всего лишь где-то примерно 5,000 христианского направления. And during this trip, the Holy Spirit was just doing something in me. И в процессе нашего этого миссионерского путешествия Дух Святой необыкновенно, необычно со мной начал работать. I don't know if you've experienced this, but I was experiencing something from the Holy Spirit, but my brain couldn't understand what it was. И я не знаю, если вы когда-нибудь переживали такое чувство, но Дух Святой работает со мной. Я чувствую, но мозг как бы не может это понять, не может согласиться. And it was obviously emotional seeing where my friend Stan was buried. И естественно, это было очень эмоционально стоять на месте там, где похоронен мой друг. And I just kept praying, God, I pray that you would use me. И я просто молился и молился, Господи, я прошу тебя, чтобы ты использовал меня. Use me in a dark place. Используй меня в этом темном месте. And so a few days after this, we went to a different city. И пару дней спустя этого момента мы поехали в следующий город. It's the city of Izmir, right by where Ephesus is. Это город Измил, где Ефес. And one night we had a prayer meeting with our team in our hotel room. Один раз мы молились с нашей молитвенной группой в нашей гостиной комнате. And you know, there's prayer meetings that are boring, and then there's prayer meetings where the Holy Spirit comes. Ну если вы знаете, есть такие молитвы, когда скучные. А есть молитвы, когда приходит Дух Святой. And this prayer meeting, the Holy Spirit showed up. И на этом митинге Дух Святой пришел. So we're in a small hotel room, and people are praying. We're praying each for each team member one at a time. И в этой маленькой комнате, когда мы молимся, каждый молится друг за друга по отдельности. And at the end, they prayed for me. И в конце молитвы они молились за меня. And I knew God was stirring something in me, but I didn't know what it was. И я знал, что Дух Святой, Бог что-то возбуждает внутри меня, но я еще не понимал, что это. And when they started praying for me, immediately I had a vision. И когда они начали молиться за меня, мгновенно Бог мне показал видение. I saw like a map of the Mediterranean region. И Бог мне показал как бы карту средиземных стран. And this big red arrow was pointing to Spain. И эта большая как направление, как линия показывала мне на Испанию. And even the name of a city, Valencia, appeared. И конкретно именно город в Испании, Валенсия. And God spoke to me, said, "I want you to move and plant a mission-sending church in Valencia, Spain." И Бог проговорил ко мне, чтобы я переехал и создал церковь именно в этом городе. God has to make it pretty obvious for me. Бог должен был мне очень конкретно это сказать. But even with that, но даже с этим, I thought, maybe this is the baklava that I ate the night before. Может быть, это я что-то поел баклавы немножко. Do you guys like baklava? Вам нравится баклава? Baklava is like the dew of heaven. Это как бы манна, которая с неба приходит. God showed me that at the marriage supper of the Lamb we will eat baklava. Бог мне показал, что когда мы будем в Царстве Небесном на пиру, то мы будем есть баклаву. But I thought, this is my imagination. Но мне показалось, что это просто мое воображение. And right then, a young man on our team. И именно в тот момент молодой парень на нашей команде. He begins to prophesy over me. Он начинает говорить пророческое слово ко мне. And he literally described what God had just shown me. И он именно то в своем пророчестве сказал то, что Господь мне только сейчас показал в видении. And so I thought, I think God is calling us to Spain. И тут мне пришла идея, наверняка Бог хочет нас отправить в Испанию. So we went back home, prayed, and got the blessing of our leaders. И когда мы вернулись домой, мы начали молиться дальше и получили благословение от наших лидеров. And so that's why we're going to Spain. И вот по этой причине мы едем в Испанию. Valencia is about the size of Denver or Seattle. Валенсия примерно такого размера города, как Денвер или как Сиэтл. I'll talk about Seattle because I like the Seattle Seahawks more. Я немножко буду говорить больше о Сиэтле, потому что мне нравится ихняя команда Seattle Seahawks. In Seattle, there's over 1,000 Christian churches. В Сиэтле примерно больше 1,000 христианских церквей. Of whatever denomination. Разных деноминаций. In Valencia. В Валенсии. The same size as Seattle. Примерно такого же размера города. There are 12 Christian churches. Всего лишь 12 христианских церквей. Most of the people in those churches are not Spaniards. И в основном в этих церквях это не испанского населения люди. So the need is huge. Поэтому огромная необходимость в том.
And so we went to Valencia last year. И в прошлом году мы уже посетили первый раз город Валенсия. And I took my oldest son Nathan. Я взял своего старшего сына Nathan. And God spoke to me. He said, "I want you to do what you did in Turkey in Spain." И Бог проговорил ко мне и говорит, я хочу, чтобы ты повторил то, что ты делал в Турции, повторил это в Испании. In Turkey, we just asked the Holy Spirit to lead us who to speak to. В Турции просто мы молились, чтобы Дух Святой вел нас кому и как говорить. So we were there with our team. We went to a plaza. И когда мы были там в этом городе в, на плазе городской. And I would speak to a couple people. И я просто разговаривал с проходившими людьми. And honestly, not a lot was happening. И честно вам сказать, особого ничего не происходило. And my son had to use the bathroom. И когда моему сыну приспичило использовать туалет по нуждам. Any of you have kids that have to use the bathroom? У вас есть дети, которым нужно использовать туалет, да? Well, this was apparently guided by the Lord. Ну, я уверен, что это было тоже действие Духа Святого. So he goes to the bathroom, and I'm standing there, and I'm waiting outside. И когда он пошел в туалет, я стою на улице, его ожидаю. And there's an older woman who is smoking like 15 cigarettes at one time. И тут рядом стояла старшая женщина, она примерно прокурила 15 сигарет. And I felt like God told me to talk to her. И Господь меня просто двигает, чтобы поговорить с ней. And so I said, "Hey, what's your name?" И я подошел к ней, говорю, как вас зовут? And her name was Rosa. И ее звали Роса. And I sat down with her. We started talking. И я просто наклонился к ней, присевши, стал с ней разговаривать. And on it, you can put the next picture up. И следующая фотография. That's Rosa right there. И это та Роса. That's not my wife. That's Rosa. Это не моя жена, это Роса. And she was a weird lady. И она была немножко удивительно странная женщина. She was very into New Age and her crystals and these weird dreams. И она такая была немножко, у нее такое направление было кристаллы всякие пересматривать, как типа гадательство, вот такого. And I'm kind of asking God, Lord, what do I say to her? И я внутри молюсь и говорю, Господь, подскажи мне, что мне нужно ей сказать, как мне обратиться? And finally, I felt like the Holy Spirit spoke to me about her. И наконец-то Господь, проговоривший ко мне через Духа Святого, что сказать? And so I said, Rosa, I don't know you. И я просто обратившись, я сказал, Роса, я не знаю вас. But I know God loves you. Но я знаю, что Бог любит вас. And He just spoke to me about you. И Он ко мне сейчас проговорил именно о вас. That you've been hurt by a lot of men in your life. Что тебя очень многие мужчины причинили тебе боль в твоей жизни. Because of that, you think God is like that. И поэтому по этой причине ты думаешь, что Бог такой же самый. And that's why you hate God. И поэтому ты и ненавидишь Бога. But today God wants to show you that He's very different. Но сегодня Бог хочет показать тебе, что Он совершенно другой. And Rosa got really quiet. И Роса она просто умолкла. And for a minute I thought she was going to hit me. И в тот момент я подумал, что она, наверное, готовится меня ударить. And I actually, I'm not joking, I actually thought this. И я не шучу, действительно это подумал. She's gonna hit me, someone's gonna record it with their phone and put it on YouTube. Она меня ударит, кто-то заснимет на телефон и выставит на YouTube. Whatever, but anyway. Что было, то было. She finally said, she goes, you know, she goes, I have been divorced, or married and divorced 3 times. Она сказала, ты знаешь, я уже была замужем и разведенная 3 раза. All of my ex-husbands physically beat me. Все три моих мужа, моих прошлых мужа, бывших, они все меня избивали. And I've always hated God and I've always hated church. Я всегда ненавидела Бога, я всегда ненавидела церковь. And then she says, but 2 nights ago I had a dream. Но говорит, но 2 дня назад, 2 ночи назад мне приснился сон. And I thought, oh great, here we go. И я подумал, окей, что-то начинается. Another weird dream. Еще один какой-то странный сон. And she said, in this dream, there was a man dressed in white. И она рассказывает, что в этом сне я увидела мужчину, одетого в белое одеяние. She said, I couldn't see his face because it was shining like the sun. И я не смогла различить его лицо, потому что оно было ярче, чем солнечное сияние. And he spoke my name, and he said he loved me. И этот мужчина проговорил ко мне и сказал, что он любит меня. And he tried to come and give me a hug, but I wouldn't let him. И он пытался подойти и обнять меня, но я ему запретила, не разрешила. And he spoke to me and he said, in 2 days, someone's going to come and give you hope. И этот человек, проговоривший ко мне, сказал, что через 2 дня кто-то придет тебе и даст тебе слово надежды. And she was actually sitting with a friend. И она сидела рядом со своим другом. And she said, isn't this true? I told you about this dream. И она как бы обращается к своей другу или подружке и говорит, помнишь, я тебе говорила об этом сне? She said, we normally meet in my apartment and we just
smoke our cigarettes there. Обычно мы просто в нашем апартаменте встречаемся и там курим. But I told her we need to go down to the plaza because someone's going to come. Но я сказала ей, что нам нужно пойти на плазу, потому что кто-то должен прийти и со мной поговорить. And she looked at me, she said, I think you're that person. И она, взглянувши на меня, сказала, я думаю, что ты тот человек. And I said, I think I am. Я сказал, да, я думаю, что да. And it was so awesome. И это было так замечательно. Роса just opened her heart. Роса просто открыла свое сердце. We prayed for her to accept Jesus as her Lord and her Savior. Мы помолились простой молитвой о том, чтобы она приняла Иисуса Христа как личного спасителя. Weeping, feeling the love of God. И она просто расплакавшись чувствовала это присутствие любви Христа. And she even bought us Coke Zeros. И она даже нам купила Кока-Колу диетическую. But as I left, the Lord spoke to me. И когда я уже отходил, Христос ко мне проговорил. He said, Ryan, I can do that every single day if you'll listen to me. И Господь сказал, я могу это делать каждый день, если только ты будешь меня слушать и прислушиваться. I have so many people here that need me. Большая масса людей, которые нуждаются во мне. So that's what we're going to do in Spain. И вот это то, что мы будем делать в Испании. And so please pray for us. Пожалуйста, молитесь за нас. It's not easy. Это нелегко. But we believe there's a huge harvest that's going to happen in Spain. Но мы верим, что будет очень большая жатва в Испании. And you guys will be a part of it. И вы сможете быть частью этого. Amen. You're dismissed. Just kidding. Аминь, можете идти. Нет, я только шучу. Just kidding. All right. Open your Bibles. Открывайте ваши Библии. I feel a word in my heart. Я чувствую сейчас, Господь хочет дать мне слово для вас. And go to Acts chapter 10. И, пожалуйста, обратитесь в Деяния 10. Are you guys good? Are you awake? Все нормально, вы еще не спите? Yep. Did you drink some coffee? Кофе попили? Yep. Молодцы. All right. If you see someone asleep, just slap them in the face. Если кого-то видите засыпает, толкните его. In the love of Jesus. С любовью, во имя Иисуса Христа, с любовью. I want to tell you a little bit of my story, but while we focus on a man here in the Bible. Я немножко хочу также вам рассказывать свою личную историю, но также будем фокусироваться о том, что написано здесь в Деянии. Because his story and my story are pretty similar. Потому что история этого мужчины, о ком я буду говорить, и моя история очень похожи. And I feel like God is going to speak to you through this. И я чувствую, что Бог через это будет к вам говорить. So, starting in verse 1 of Acts chapter 10. Начиная с первого стиха 10 главы Деяния. It says that at Caesarea there was a man named Cornelius. И написано о том, что был мужчина, Корнилия, муж. And Cornelius, it says, was more than just a man. It describes what he did. И о нем написано, что он не просто был мужчина. Идет объяснение, кто он. It says he was a centurion in what was known as the Italian regiment. А написано о том, что он был воином, и о том, что он был... You're doing good just translating the Bible into Russian. That's awesome. Yeah, go ahead. Verse 1. So, первый стих. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. So Cornelius was a soldier. So Cornelius, он был воином. He was a man of discipline. Он был мужчина дисциплины. He wasn't just a soldier. Он не просто был воином. He was a leader of soldiers. Он был лидером воинов. And he wasn't just in any army. И он не просто был в простой армии. He was in the Roman army. Он был в римской армии. That was the superpower of the day. Это была огромная власть на то время. And so this man was an important man. И это был очень важный человек. Who was in charge of hundreds of soldiers. Который был ответственен за сотни других воинов. Of making sure they stayed disciplined and they stayed focused. Чтоб точно так же, как и он, они были дисциплинированы, сфокусированы. But now look at what it says about Cornelius. Ну а теперь давайте посмотрим, что именно говорится о Корнилии. It says that he and all his family were devout and God-fearing. Что он и вся его семья были благочестивы перед Богом. Now that's really interesting. Это очень интересно. We don't know how Cornelius came to be like this. Мы не знаем, каким образом он к этому пришел. But the Romans, they worshipped many gods. Но римляне на то время они поклонялись очень различным богам. They worshipped idols. They worshipped the emperor. Они поклонялись разными истуканами. Они поклонялись империйским властям, царям. But at some point, Cornelius became interested in the God of the Jewish people. Но в какой-то момент Корнилий он заинтересовался еврейским богом и этим служением. He began to seek after the living God. И он начал искать живого Бога.
And it says that he feared God. И написано о том, что он имел страх Божий. Along with all of his family. Со всей его семьей. So I'm sure he told his kids. So я уверен, что он об этом говорил своим детям. You're not going to curse. You're not going to say bad words. We're going to honor God. Он наставлял их о том, что они не должны говорить плохие слова, они должны себя не вести плохо, они должны поклоняться Богу. The word devout means like pious and dedicated. Именно это слово, оно говорит о том, чтобы быть преданным, поклоняться Богу искренно. So with everything he had, he was trying to serve the living God and be dedicated to him. Все, что у него было, все, что он знал, он искренне хотел поклоняться и служить Богу. And again, imagine the mindset of a soldier. И представьте себе мышление такого человека. I mean, he's disciplined. Он дисциплинирован. He's doing push-ups. Он занимается зарядкой. Everything is discipline. Все насчет дисциплины. Look at what else it says about him. И дальше. It says he gave generously to those in need. И написано о том, что он был очень щедрый и всегда благотворил бедным. So he's, you know, walking along, ready to go to a training with some of his soldiers. И как будто бы он в обыкновенный день шел нормально со своими солдатами на обучение. And he sees a homeless man on the street. И он видит человека, который бездомный. He would give to them generously. И он давал таким людям пожертвования. Очень щедрый, открытый. He would help the poor. Он помогал бедным. And he's a pretty awesome guy. И это очень интересный человек. And then if that's not enough, look at what else it says about him. И если в это недостаточно, смотрите, что еще говорится о нем. It says, and he prayed to God regularly. И о нем написано, что он постоянно пребывал в молитве или в постоянстве в молитве. That means he was praying all the time to God. Это значит говорить, что он постоянно молился бесконечно. I'm sure he probably annoyed the other soldiers around him. Наверняка он этими немножко докучал остальных всех своих подчиненных. Hey guys, before we start this exercise, I'm going to pray. И наверняка он так говорил, что перед тем, как мы начнем наше обучение, мы будем молиться. And the soldiers were like, good grief. И солдаты, наверное, начинается еще раз. The Bible says he prayed all the time. И Библия говорит, что он постоянно молился. So this is a God-fearing man. Это человек, который имеет страх Божий. Along with all of his household. Со всей его семьей. He's a pious and devout and dedicated. Он посвященный человек. He says he gives generously to those in need. Он жертвует тем, кто нуждается. And he prayed regularly. И он постоянно молится. I think this is anyone would want one of these men as a leader in their church. Я уверен, что каждый из нас захочет такого же самого человека как лидером нашей церкви. I mean, this is a man of moral character. Are you with me? Это человек, у которого есть очень твердое моральное состояние, характер. There was just one problem. Одна только проблема. He didn't know Jesus. Он еще не знал Иисуса. He had all that. У него все это было, все качества. And he was lost. Но он был потерян. He did not know Jesus. Он не знал Иисуса. You know, the Bible says that our righteousness is like filthy rags. И Библия говорит, что наша праведность как запачканная одежда. It doesn't say our sin is like filthy rags. Она не говорит о том, что наш грех как запачканная одежда. I mean, obviously our sin is worse. Естественно, что наш грех это намного хуже. But our righteousness is like filthy rags. Наша праведность это как запачканная одежда. The best that we can do is garbage. Самое лучшее, что мы можем предоставить, или самое лучшее, что у нас есть, оно как мусор. And so here's Cornelius doing everything he can to please God. И вот этот человек Корнилий, он делает все, что он может в своих силах, чтобы угодить Богу. And he was doing a lot. И он делал очень много. But look at what happens. Но смотрите, что происходит дальше. Verse 3. Третий стих. It says, one day at about 3 p.m. he had a vision. И он в видении видел около 9 часа ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий. He said he distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. И здесь говорится, что он конкретно видел Божьего ангела, который сказал к нему, Корнилий. Isn't that interesting? God knew his name. Это тоже немножко удивительно и интересно, что Бог знал, как его зовут. Obviously, God saw everything he was doing. И естественно, что Бог видел все, что он делает. And so it says in verse 4 that Cornelius stared at him in fear. И в 4 стихе написано, что он со страхом взглянул на него. If you're wondering what that looked like, it was something like this. Если вы хотите знать, как это выглядит, примерно вот так. If you saw an angel, I think you'd be scared too. Если бы вы увидели ангела, я думаю, что вы тоже были бы немного испуганы. So it says one day he's praying.
И говорится о том, что один, в один день, когда он молился, we know later that he actually says he was praying and fasting. И мы знаем, что чуть позже написано, что он молился и постился. And all of a sudden an angel shows up. И вдруг ангел приходит. And knows him by name. И знает его и по имени. And look at what he says. It says Cornelius. И дальше что написано? Корнилий. And the angel said, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал, что что, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни пришли на память перед Богом. In other words, другими словами, good job, Cornelius. Поздравляю тебя, молодец. God has seen what you're doing. Бог видит, что ты делаешь. He sees your desire. Он видит твою ревность. You're trying to be good. Ты стараешься быть хорошим. And God has seen it. И Бог это заметил. But then he says in verse 5, и дальше в пятом стихе, he says, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who's called Peter. Итак, пошли людей в Эфиопию, и призови Симона, называемого Петром. He is staying with Simon the Tanner, whose house is by the sea. Он гостит у некого Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. And it's interesting because the King James Version, I don't know if that's in Russian, the King James Version actually says, he will tell you what you must do. И в другом переводе в английском написано, этот человек скажет тебе, что тебе нужно будет сделать. And it's implied, you've done all this, but you need to call this guy, and he's going to tell you what you need to do. И подразумевается то, что ты уже сделал все, что необходимо, но еще одно, что тебе нужно будет сделать. So Cornelius is God-fearing. So Корнилий богобоязненный. He's devout, he's pious. Он посвященный, он преданный. He helps the poor. Он помогает бедным. And he prays all the time. И он молится постоянно. And the angel shows up and says, hey, good job, buddy. И ангел приходит и поздравляет его, говорит, молодец. But you're missing something. Но что-то тебе еще не хватает. You need to call this dude that's over here in this town. Тебе нужно будет призвать этого человека, который в этом следующем городе. And he's going to come tell you what you're missing. И он придет и расскажет тебе, что тебе не хватает. Now, if I were Cornelius, но если бы я был Корнилием, I'd be scared too if I saw an angel. Я бы тоже был бы испуганный, увидев ангела. But I have to admit, I would almost want to say, what are you talking about? Но я должен был, может быть, в какой-то степени признаться, о чем ты говоришь? I'm doing everything I can. Я делаю все, что я должен делать, все, что я могу. What do you mean I'm lacking something? Что ты имеешь в виду в том, что мне чего-то не хватает? What else do I have to do? Что еще мне нужно сделать? What is Peter going to tell me? Что мне Петр может сказать еще? Do I have to fast for 80 days? Может быть, мне нужно поститься 80 дней? Do I need to read the scriptures non-stop? Может быть, мне нужно будет читать Библию без передышки? But Cornelius obeyed, and he sent for this guy he didn't even know. И Корнилий, послушавшись, отправив, не зная, что будет дальше. Now I grew up in church. Я, можно сказать, вырос в церкви. My father was a pastor. Мой папа был пастором. So I had to go to church. И мне приходилось идти в церковь. I didn't have a choice. У меня не было другого выбора. But when I got to about 16 years of age. Но когда мне примерно было 16 лет. You have to understand, I really wanted to serve God with everything I had. Вы должны понять, что у меня было очень такое ревностное желание служить Богу всем, что у меня есть. And when I was about 15 or 16, man, I was giving it everything. И когда мне было примерно этого возраста 15-16, я давал все, что у меня было. I literally had a calendar in my bedroom. У меня был реально календарь в моей комнате. And I would mark on that calendar how many days I would go without sinning. И я отмечал, сколько дней проходило, пока, когда я не согрешал. Because I wanted to please God. Потому что я хотел угодить Богу. I would mark on there how many chapters of the Bible I would read. Я отмечал, сколько глав Библии я прочитал. And if I didn't commit a major sin. И если я не согрешил каким-то ужасным грехом. And I would maybe make it like 2 days. И может быть мне хватало всего на 2 дня. And then I would fail. И я проваливал. And I came to a point where I just got sick of it. И я пришел к такой точке в моей жизни, что это просто мне все противило. And I'll never forget, I took that calendar. И я никак не забуду, взял этот календарь. I hate to admit this, but it was a cat calendar that my mom gave me. И я должен признаться, это был календарь, который дала мне мама с изображением кошечек. Don't think bad of me. Не думайте мне плохо. That's not important to the story. Это не так важно.
But I took that calendar. Я взял этот календарь. I remember this as clear as day. Я помню это как ясный день. And I ripped it up. И я просто его разорвал на части. I said, I'm sick of this. Мне это все противило, я сказал. I can't do it. Я не могу дальше так продолжать. And I literally rejected God. И буквально как бы это чувство я как бы отринул Бога. I said, I give up. Я сдаюсь. And what I really did, и что я сделал в тот момент, is I just jumped into sin with both feet. Вместо того, чтобы служить Богу, я как бы прыгнул в грех с двумя ногами. I thought, I can't be a good Christian. Я сказал сам себе, я не могу быть хорошим христианином. I'm a complete failure. Я полностью провальный человек. And I actually vowed to a friend of mine. I made a promise to a friend. Я даже буквально дал обет моему другу. I said, as soon as I'm out of the house, I will never go back to church. Как только я выйду из дома, я никогда больше не вернусь в церковь. I was living in my parents' house. I still had to go. Потому что тогда я еще жил с моими родителями, как бы должен был. Three times they kicked me out of the youth group. Три раза меня выгоняли с подростковой группы. Because I would sit there and just make fun of everything. Потому что я просто находившись там, просто насмехался над всеми. And my life went into a downward spiral. И моя жизнь, она просто закрутилась полностью вниз. I would on purpose listen to music that would mock God and mock Jesus. И я специально слушал такие песни и музыку, которая хулила Бога. Because I was sick of it, I said I can't do it. Потому что оно настолько меня как бы противило это все борьба, что я сказал, я больше не могу. So why even try? Зачем просто даже и дальше пробовать? I began to think about death all the time. Я начал просто рассуждать о смерти. I literally got into I tried witchcraft just because I knew it was bad. И я даже каким-то образом стал использовать колдовство. It was bad. И это было плохо, очень плохо. And twice when I was 17, twice I attempted to kill myself. И дважды, когда мне было 17, я сделал две попытки покончить жизнь самоубийством. I remember writing a note to my parents. Я помню, как я писал записку моим родителям. And said, Dad and Mom. Мама, папа. I'm a failure. Я полностью провальный человек. I can't even commit suicide. Я даже настолько, что я даже не могу сам покончить с собой. I can't be a Christian. Я не могу быть христианином. I'm sorry I even exist. Простите, что даже я существую. And I would get right there ready to kill myself. И в этот момент я готовился, чтобы покончить жизнь. And I was too chicken to even do it. Я был даже слабаком, чтобы это сделать. I was miserable. Я просто был в таком ужасном состоянии. To me, Christianity didn't work. Для меня христианство, оно не сработало. I tried really hard to be an atheist. И я также пытался быть очень сильно быть атеистом. And I couldn't even do that well. И я тоже это не мог сделать нормально. And that was the condition that I was in. И это как раз была то кондиция, в которой я находился в этой ситуации. So let's go back to Cornelius. Давайте вернемся к Корнилию. Here's Cornelius. He's doing all this stuff to try to please God. И этот человек Корнилий, он делает все, что ему нужно, чтобы угодить Богу. And the angel tells him it's not enough. И ангел говорит ему, этого недостаточно. So look, I'm not going to read it all, but God speaks to Peter to go to a Gentile home. И мы не будем все прочитывать, но ангел также посылает Петра пойти в дом Корнилия. Because for a Jewish person, they would never go into a Gentile home. И поэтому для еврея пойти в дом язычника было очень трудно или даже недоступно. But God speaks to Peter while he's waiting for lunch. И Бог обращается к Петру, пока он ожидает своего ужина. Probably some baklava that he was going to eat. Может быть, баклава. And God tells him, you need to go. И Бог ему говорит, тебе нужно пойти. So he goes and he shows up. И поэтому Петр идет, и он приходит. And here's Cornelius. Cornelius has been waiting for 4 days. И Корнилий ждал Петра уже 4 дня. What am I missing? И наверняка он все эти 4 дня рассуждал, что же мне не хватает? What do I need to do? Что мне нужно сделать? He even invited his friends. И он даже пригласил всех своих друзей. And they're all waiting. И они все ожидают. And he's like, guys, I was praying and I had a vision and an angel told me to call this guy. И он наверняка с ними общается, говорил, я молился, я постился, и Бог мне сказал пригласить этого человека. And I'm sure his friends are like, you're a cuckoo. И наверняка его друзья подумали, с тобой все в порядке. But he's a disciplined soldier, so they're there with him. Но он дисциплинированный воин, и поэтому, естественно, они все там с ним вместе. And so Peter finally shows up, and I mean, Cornelius wants to bow and honor him. И наконец-то Петр приходит, и Корнилий хочет преклониться и поклониться ему.
And Peter's like, no, get up, get up. И Петр говорит, не, вставай. And finally Peter starts speaking. И наконец-то Петр стал говорить свою речь. Again, imagine that you're in Cornelius's shoes. И представьте, если вы в обуви этого человека Корнилия. I'm doing everything I can to please God. Я делаю все, что я могу, чтобы угодить Богу. What is it? What is it that I'm missing? Что же мне не хватает? Что же это еще, что мне нужно сделать? So verse 34. И в 34 стихе. You want to read from 34 to 38. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». До 38. «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедано Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». So here's Cornelius, and he's listening to Peter preach. И это слово, когда Петр проповедует, и Корнилий все это слушает. And it's interesting, because Peter says, hey, I know you've heard about what happened. И интересно то, что Петр говорит, что я знаю, что вы все эти новости слышали об этом. How God anointed Jesus. Как Бог помазал Иисуса. And he was healing and casting out demons. И он изгонял бесов и исцелял. Now think about that. Cornelius is like, okay, I think I heard about that. И представьте себе эту картину, и Корнилий говорит, да, я об этом слышал. Obviously, Jesus had made a huge impact. Потому что действительно Иисус сделал очень много в то время. Now maybe he heard about that through other soldiers. Who knows? И возможно, что они это слышали от других людей или других воинов. So Cornelius is still listening. И Корнилий продолжает это слушать. So let's read 39 and 40. 39 по 40 стих. «И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повеся на древе. Всего Бог воскресил в третий день и дал ему, дал ему являться». Go all the way to 42. Sorry. До 42. «Не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, воскресение Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». So interesting. He's like, okay, well, I heard about Jesus. I knew He died. Интересно, что он говорит, да, я слышал об Иисусе, я знал, что Его убили. And now Peter says, no, he rose from the dead. И теперь Петр добавляет, нет, это еще не все, он воскрес. And people saw him. И люди видели его. And so up to this point, here's Cornelius listening to all this about Jesus. И до этого момента Корнилий все слушает об Иисусе. He died and he rose again and he's alive now. Он умер, он воскрес, он живой. And now he gets to verse 43. И сейчас он подходит к 43 стиху. It says, all the prophets testify about him. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Did you read the whole thing? Okay. And so he hears that. He says, whoever believes will receive. И поэтому он слушает это. Всякий, кто поверит. And so something insane happens right here. И что-то очень сверхъестественно происходит в этот момент. And you actually have to put it like in slow motion. И вам надо будет это поместить как бы в замедленном темпе. Peter's preaching. Петр проповедует. Cornelius is listening. Корнилий слушает. Cornelius is saying, "What am I missing? What am I missing?" Корнилий говорит сам себе, что мне не хватает, что мне не хватает. And Peter says, "Whoever believes." И Петр говорит, кто поверит, всякий верующий. Whoever believes receives. Всякий верующий получает. And it says, while Peter was still speaking these words, и говорится, пока еще Петр говорил эти слова, says the Holy Spirit fell on everyone that was listening. Дух Святой сошел на всех слушающих. And that whole message was done. И это завершило всю эту проповедь. It's like an explosion. Это как взрыв. What happened? Что произошло? Что случилось? Because look at what it says. Посмотрите, что там написано. It says, while Peter was speaking these words. И пока Петр говорил именно эти слова. Which words? Какие слова? Jesus was alive. Jesus healed именно people. Слова. Jesus delivered. Христос живой. Христос принимает. He died on the cross. He rose again. He's alive. Он умер. Он воскрес. Он живой. And now. И теперь.
Anyone who believes, всякий верующий, кто поверит, receives forgiveness. Может принять прощение. And in that moment, и в этот момент, here's Cornelius. What do I have to do? What do I have to do? Корнелий говорит, что мне нужно, что мне нужно. And all of a sudden, the light bulb goes off. И лампочка загорается вдруг. And he says, "That's it." Вот, именно это. It's not what I do. Это не то, что я делаю. It's what he did. Это то, что Он сделал. It's what Jesus did. Это что Иисус сделал. And all I have to do is believe. И все, что мне нужно, это поверить. And if I believe, и если я поверю, then I receive. Тогда я принимаю. And I love this. И это мне просто нравится, я люблю это. Because Cornelius, he's this man of discipline. Этот мужчина, мужчина дисциплины. He's working so hard to please God. Он работает так тяжело, чтобы угодить Богу. A God who is so distant from him. Бог, который как будто бы на длинной дистанции от него. And I believe God saw him. И я уверен, что Бог, увидев его, obviously, he knew his name. Бог, естественно, знал, как его зовут. He saw all of his efforts. Он знал все его попытки, все, что он принимал. He's like, man, you're trying to reach me. И Бог, видя его, что он говорит, ты пытаешься, ты хочешь меня найти. But it's not your efforts. Но это не то, что ты прилагаешь своими усилиями. It's not what you can do. Это не то, что ты можешь сам сделать. And so God coordinates the whole thing. И Бог полностью координирует все эти моменты, все эти пути. And God is there waiting. The Holy Spirit is waiting. И Дух Святой, Бог ожидает. He's saying, "I can't move in if it's all your works." Я не могу прийти, если это все только твои усилия. I can't move in if you're relying on what you can do. Я не могу войти в тебя и поселиться в тебе, если только ты надеешься на собственные силы. But if you put your faith in Jesus, но если ты отдашь веру в Иисуса Христа, I can move in. Тогда я смогу вселиться, войти в тебя. And in like a millisecond. И как будто бы в миллисекунду. I mean, Peter didn't even know what hit the place. И Петр даже не ожидал этого, что произошло. Cornelius puts his faith in Jesus. Корнелий дает свою веру в Иисуса Христа. And it's like Niagara Falls, a waterfall. И как Ниагарский водопад, вода мощным потоком сходит. And here's this strong, disciplined soldier. И вот этот мужчина сильный, крепкий, дисциплинированный. And he's laying on the floor. И он лежит на полу. Just waves of God flowing through him. И волны, волны Божьей благодати. He feels God. Он чувствует Бога. I just picture him, tears coming down his face. Я могу себе просто представить, как слезы захлестнули его лицо. And he's speaking in a language he never knew. И он начинает говорить на языке, который он никогда не знал. He's like, "That's it." Вот это, вот это. It's not my works. Это не мои усилия, не мои старания. It's his work. Это его усилия, его победа. And it's faith in him. Это вера в него. Man, this is so simple, isn't it? Это настолько просто, не так ли? I mean, just imagine a room over here. Давайте я представлю просто комнату вот здесь. This is the room of works. Вот это комната, комната дел. This is where I lived for 18 years. Это где я жил 18 лет. It's awful. Она ужасная. It's terrible. Очень ужасная. Everything is about what you can do. Это все как будто бы, что ты должен делать, ты должен своими усилиями. I went to church for 18 years living over here. И я приходил как бы в церковь 18 лет, живя в этой комнате. I knew about God, but I didn't know God. Я знал о Боге, но я не знал Бога. And everything changed. И все поменялось. Just like what happened with Cornelius. Именно так, как произошло с Корнилием. I was with my buddy that I had told I'd never go back to church again. И как я говорил моему другу, которому я сказал, что я больше никогда не вернусь в церковь. We had just finished vandalizing a car. Мы только буквально до этого грабили машину. We were not nice young men. Мы не были хорошими молодыми парнями. And we go back to his house. Both our parents were gone. И когда обоих наших родителей не было, мы приходя в его дом. And we had ordered a pizza. Мы заказали себе пиццу. Praise God for pizza. Слава Богу за пиццу. I think I'm hungry. I don't know. Sorry. Как будто бы мне сейчас хочется есть. And again, there's no worship music. There's no preacher. И, естественно, там не было проповедника, там не было вдохновительной музыки, песней. And all of a sudden, my friend just starts acting weird. И вдруг мой друг, он как-то начал странно себя вести. He says, "Man, I'm not doing good, man." И он начал мне говорить, что мне что-то очень плохо, я себя чувствую плохо. And I was like, "What's your problem?" Я говорю, что с тобой, что у тебя за проблема? He said, "I'm not right with God, man. I'm not right. I know if I were to die right now, I'd go to hell." И он начал мне говорить с таким страхом, со слезами, говорит, у меня плохие отношения с Богом. Если я сейчас умру, я пойду в ад.
I was like, dude, calm down. Я начал его утешать, говорю, парень, остынь. We're just gonna eat some pizza. Мы сейчас просто покушаем пиццу и все. And he starts crying. He's like, no, man, I'm messed up. И он начал плакать, и он как бы захлестывается, говорит, нет, у меня ужасное состояние. He's like, we need to pray right now. Нам нужно прямо сейчас помолиться. And I was like, no. Я его стал утешать, говорю, не, подожди, не спеши. Stop, calm down. Остынь, все нормально. And I said, okay, look, man. I said, I'm messed up too. Я ему сказал, ты знаешь, у меня тоже не все нормально. I said, but I don't want to pray in front of you. Но я не хочу молиться в твоем присутствии. So why don't you go up to your room and pray, and I will stay down here and pray. Я его отправил наверх, говорю, иди в свою комнату, там молись сам, а я останусь здесь. And honestly, my plan was to eat the pizza. И у меня действительно было запланировано просто его отправить, а самому поесть пиццу. You go get spiritual. I will eat я ему сказал, ты иди занимайся духовностью, а я останусь здесь. So he went upstairs. Он пошел наверх. And again, there's no worship music, there's no preacher, we're not in a church. Естественно, вы понимаете, нет ни проповедника, мы не в церкви, никто не поет. And something happened in me. И что-то начало внутри меня происходить. I wouldn't know how to describe it then, but I know now it was the conviction of the Holy Spirit. И я знаю, что тогда я не мог бы объяснить, что это, но я знаю, что именно прикосновение Духа Святого. Again, remember, I'd given up on Christianity. И помните то, что я уже просто отказался, отрекся от Бога. Я пытался жить свято, хорошо, праведно. I thought about suicide almost every single day. И практически ежедневно я думал о том, как покончить жизнь. And so I grab a piece of pizza and I try to eat it, and I can't even eat pizza. Я взял кусочек пиццы и попытался ее съесть, но оно просто не идет. And that's a miracle right there. И это чудо даже Божье. And so I went over to a chair and I sat down. Я подошел к стулу, я присел. And I honestly didn't even know what to say. Я даже не знал, что сказать. Because my whole life I had prayed empty prayers. Потому что всю мою жизнь я молился пустыми молитвами. I knew how to act. I knew how to act in church. Я знал, как вести себя в церкви. But I didn't know what to do. Но я не знал, что делать. I honestly did not know what to do. Я даже не знал, что делать в тот момент. And so the only thing, I sat there for probably 10 minutes just in silence. Единственное, что я мог сделать, это просто сидеть в безмолвии, в тишине. And all I started to do, I started to say the name Jesus. И все, что я начал говорить, это просто слово Иисус. And it started out like this. Jesus, 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 Jesus. And I would just begin to say his name louder and louder. И оно просто началось так, что я начал тихонечко говорить просто Иисус, Иисус, Иисус. Громче и громче. I never prayed a prayer. Я никогда не молился, можно сказать, молитвой. I was just from my guts. И я просто изнутри моей души стал просто. I was calling out to God. Просто взывал к Богу. A God I'd never really experienced. К Богу, которого я до этого момента никогда не переживал. A God I really wanted to know and I wanted to like. Бога, которого действительно я хотел всегда знать, которого всегда хотел любить. I just couldn't do it. Но я не мог. And I honestly thought nothing would happen. И я действительно думал, что ничего особенного не произойдет. All my life I'd heard in church something like this: "Isn't God's presence here today?" И всю мою жизнь я в церкви слышал такие слова: "Божье присутствие, оно здесь." And I wanted to raise my hand and say no. Я хотел поднять свою руку и сказать нет. I don't even know what you're talking about. Я не знаю, о чем вы говорите. I want to go watch the football game. Я хочу пойти посмотреть футбол. I felt God's presence. И в тот момент я почувствовал Божье присутствие. And it was like what happened to Cornelius. И это было примерно так, как было с Корнилием. I was overwhelmed with the love of God. Бог просто меня переполнил своей любовью. Next thing I know, I fell out of my chair. И следующее, что я знаю, я просто как бы выпал с моего стула. Again, there was no preacher like pushing me down. Не было никого, кто меня вытолкнул бы, проповедника какого-то. I end up on the floor and I'm just crying. Я лежа на полу просто захлыгиваюсь слезами. And when God moves in my life, snot comes out. И когда Бог приходит в мою жизнь, то я плачу как мальчик. Come on, it wasn't pretty. Это не было красиво. And I was just crying and crying. Я просто плакал и плакал. And I felt like I was on fire. И я почувствовал, что как будто бы я горю. And then I would start to speak in tongues. И я начал говорить на иных языках.
I mean, it was more like yelling in tongues. И даже больше было похоже на то, что я как бы закрикивался. And then I would start laughing. И потом я просто от радости смеялся. I know some of you are like, whoa. И может быть кто-то задумает, да, что-то действительно странное. I did not know what was happening. Я не знал действительно, что происходит. But you have to understand, I was suicidal. Но вы должны понять, что я до этого момента был человек, который думал о самоубийстве. I was so depressed. Я был в ужасной депрессии. And I felt this joy, like someone had told me the best joke in the world. И я почувствовал такую радость, как будто кто-то мне сказал самую смешную шутку в мире. And I would laugh, and I would cry, and I would speak in tongues. И я смеялся, и плакал, и говорил на иных языках. And then laugh, and cry, and speak in tongues. И опять повторял, и смеялся, и плакал, и говорил на иных языках. And I just, it was like waves of God flowing through me. И это были как волны, которые захлестывали меня до Духа Святого. You want to know what I never heard? Вы хотите знать, что я не услышал? I never heard one single time God say. Я никогда не услышал ни одного раза, чтобы Бог сказал. Hey, what on earth were you doing? Why did you listen to that music? Why did you do this? Why did you do that? Nothing. Чтобы Бог меня упрекнул в чем-либо, за что я слушал эту музыку, или как бы я себя вел или думал. All I felt was the love of God. Все, что я чувствовал, это Божью любовь. The power of God. Это мощную любовь Божию. When I finally opened my eyes, my friend had come downstairs. Наконец-то, когда я открыл мои глаза, мой друг уже спустился. And again, I'm on the floor, so I'm looking up at him sitting in a chair. И представьте себе картину. Я лежу на полу и смотрю на него как бы вверх. And I remember I tried to tell him, "Man, don't I look stupid down here?" Я как будто бы помню, что я пытался бы ему сказать, что ты видишь, как насколько тупо я выгляжу сейчас. And all that would come out was "Kurababababa." Yeah, I was just speaking in tongues. И все, что я мог говорить, он смотря на меня видит, как я говорю на иных языках. And when I finally was able to get up, I was doing this without even knowing it. И когда я наконец-то встал, я просто как от радости подпрыгивал. I mean, I was jumping around like. Я прыгал с места на место. I was crazy. Я был немножко crazy, ну, странным. And I just said, I go, my friend's name was Darren. I said, Darren, he's real. He's actually real. Как бы так обратившись к моему другу, говорю, Дэрил, он настоящий, он действительно настоящий. And he was like, dude, calm down. И он начал меня утешать, я успокаиваю, я говорю, успокойся, остынь. What happened to you? Что случилось с тобой? Что произошло? I thought it had been like 5 minutes. Я думал, что это примерно где-то было минут пять. I was on the ground for 3 hours. Но действительно, я был на полу 3 часа. My friend starts crying and crying. И мой друг, он начал просто тоже рыдать. And I didn't even know what I was doing. I just went up to him like this. Я даже не знал, просто подошел, возложил на него руки. And as soon as I touched him, he fell to the ground and started shaking and speaking in tongues. И как только я к нему прикоснулся, он тоже упал на пол и стал его как бы трусить, и он стал говорить на иных языках. I went in one second. I went from this awful room. За одну секунду я вышел с этой ужасной комнаты. Where it's all about you. Где все о мне, про меня. How hard you work. Насколько сильно должен я стараться, свои усилия. And in one second, it's like it's not me, it's him. И за одну секунду Бог показал мне, это не про меня, не обо мне, это о Господе. The Bible says he transferred me from the kingdom of darkness to the kingdom of light. И Писание говорит, что Господь переселил нас с царства ада или тьмы в царство света. And it was like everything was different over here. И все стало замечательно здесь. This is faith. Это вера. This is grace. Это благодать. This is the blood of Jesus. Это кровь Иисуса Христа. And I'm telling you, man, the sky looked different. И я вам скажу, что все было по-другому, стиль по-другому. The grass looked different. Трава выглядит по-другому. I would go to church and everything was different. Я приходя в церковь, начал видеть, что все выглядит по-другому. I mean, they would sing a song that was awful and out of tune, and I'd be bawling. И если даже они пели песню и уходили с ноты, я все равно рыдал. He's real. He's real. I feel him. И Господь стал для меня настоящим, живым. Я его чувствую. That's what happened with Cornelius. Вот что произошло с Корнилием. Some of you are still over here. И, к сожалению, некоторые из вас, они еще наверняка здесь. Maybe you've grown up in church. Может быть, вы выросли в церкви. You know about Christianity. Вы все знаете про христианство. You know about Jesus. Вы знаете об Иисусе. But you don't know him. Но вы не знаете Его. You're still living by what you can do. Вы еще продолжаете жить здесь, стараясь собственными силами достичь. Well, I gotta go to church. О, каждое утро встаете, да, надо ехать в церковь. Because I have to.
Потому что мне надо. It's what I'm supposed to do. Потому что это то, что я должен делать. But you're not born again. Но вы не рождены свыше. You don't hear his voice. Вы не слышите его голос. If I were to take you and just put you in a room by yourself, no windows, close the door. Если я бы поместил вас в закрытую комнату без дверей, без окон, вы там в одиночестве. Would you be able to speak to him? Смогли бы вы с ним разговаривать? Would there be any relationship at all? Было бы ли там какие-то отношения? Or would it just be like, what on earth am I doing? Или вы просто бы смотрели бы по сторонам, удивляясь, что происходит здесь? Living over there is awful. Живя там, это очень ужасно. Now the horrible thing is that some of us can actually even end up going back over there. И, к сожалению, самое ужасное, что происходит, это когда мы с хорошего переходим в то плохое. That's what the whole book of Galatians is about. И это все именно об этом говорится в послании к Галатам. Paul is saying, "What are you doing? God set you free. You're saved by grace." О чем Павел говорит? Что вы делаете? Вы были спасены благодатью. And now you're going back. А теперь вы возвращаетесь назад. And you've lost your joy. И вы потеряли свою радость. And it's all about what you can do. И опять вы пытаетесь все самостоятельно своими усилиями. Paul said, "No, get back over here." И Павел говорит: "Нет, вернитесь. Что вы делаете?" It's getting under the waterfall. Это обратно нужно стать под этот водопад. See, the old covenant was all about sacrifice and striving. Видите, в Ветхом Завете оно все было принося жертвы и усердием. The new covenant is all about surrender. И новый о том, чтобы просто отдаться Господу. It's faith and surrender. Вера и отдаться, предать себя Господу. Some of you are really dry. К сожалению, что некоторые из вас они очень усохшие. Maybe you can remember when you experience Jesus. Может быть, вы помните тот момент, когда вы приняли Христа и когда вы испытали его. But somehow you've come back over here. Но постепенно каким-то образом вы вернулись в прошлое назад. You've lost your joy. И потеряли свою радость. And today God wants to change that. И сегодня Господь хочет это изменить. Paul says something amazing in Philippians 3. И Павел что-то очень сказал в Филиппинам 3, очень интересные слова. You know, Paul was not a drug addict. Знаете, что Пол, он не занимался никакими там наркотиками. Paul was not an alcoholic. Он не был каким-то алкоголиком. Paul was a religious leader. И он был очень религиозным лидером. Paul says in Philippians 3, he said, according to the law, I was a Pharisee. И он говорит, смотря по закону, я был фарисей. He said, I had zeal. У меня была ревность. I had integrity. У меня было качество хорошего человека. And he said, but I count all of that garbage. Но я все это считаю как ссор, как мусор. Trash. Junk. Все, что непригодно. Кака. All right? That's the word. That's español. All right? That's all junk in comparison to knowing это Jesus. Это все мусор по сравнению с тем, что мы знаем, кто для нас стал Христос. He goes, I put no confidence in the flesh. И он говорит, я больше ничего, никакой уверенности не ставлю в плоть. It's all Jesus. Все об Иисусе, все Иисус.